Всем большой привет! Сегодня такой влажный день, всю ночь шел дождь, все утро он шел, под него приятно просыпаться. Где там наши выскочки? Я никогда не помню, как они называются. Вот он, красавчик, лежит. Они выскакивают, а потом лежат. У нас сегодня семейный день. Я крайне редко, на самом деле, хоть и кажется, что семью снимаю иногда, но на самом деле все, что личное, я обычно не снимаю. Но сегодня у нас семейный день. Девочки спрашивали, ну, мальчики, не знаю, спрашивали или нет, но некоторые девочки спрашивали, как мы проводим дни. И вот у нас бывают такие дни, когда мы посвящаем полностью весь день семье. Что мы будем делать? Ну, давайте подсматривать за нами. Сегодня суббота, кстати, выходной. Та-дам! Люсь, скажи здрасте. Скажи всем здравствуйте. Давай, где твоя морда? Вот, Люсь. Привет. Привет, моя кнопочка. Привет, моя баловница. Моя сладкая девочка. Лежит тут, видите, она в Париже сегодня. Ей снова хочется в Париж. А вы там были? Нет, мне уже туда хотелось. Вот Люся. Около Эйфелевой башни. Цветочек я пересадила, но вот то, что портится, так оно вот и осталось в такой паре. Но свеженькие листики вроде бы новенькие, лезут аккуратненькие. Посмотрим, что же с ними произошло. Ну ладно, и вот Люсин огород растет, уже подстриженный, кстати. Верхние слои уже подстрижены, и Люся тут следит за огородом. Я посадила в маленький горшок, а трава стала выталкивать землю, причем, ну, не слабо так выталкивать-то. Ну, в общем, пришлось переставить в большой пока горшок. Ну, а там кактусята и орхидея. Там цветы, которые реже нужно поливать, поэтому они у меня там на галерке стоят. Ну, чтобы сильно... А, я вам сейчас еще кое-что скажу. Сильно влог, хотела сказать, не затягивать. Окна еще не помыла. Представляете? Я до сих пор не помыла окна. Но я это сделаю, скорее всего, если не сегодня, то, наверное, завтра. Дениска, когда делал ремонт, он вывел... Вот сейчас надо бы свет включить, да? Я когда в окно такое хотела легким движением руки... О, получилось. Вот. Вот сюда у нас по плану над кроватью светильник повесить, поэтому здесь уже выведен провод. И светильник сюда нужен с выключателем. То есть не дерни за веревочку, он то включится, то не включится, а именно, чтобы переключатель был на корпусе. Мы сделали заказ, и сегодня он приехал. Но когда мы этот заказ... Все светильники, что ли, сайт как-то называется, не помню точно... Когда заказ делали, менеджер связывался с нами, созванивался. Мы его спрашиваем, точно на корпусе светильника есть выключатель? Он говорит, ну заявлено же на странице. Я говорю, ну просто дело в том, что такие светильники мы в магазине смотрели, там выключателя не было. Он сказал, ну давайте так, вот он к вам приедет, и вы его распакуете, посмотрите, и если без выключателя, отправите обратно. Ну то есть то, что заявлено, что на корпусе выключатель, как бы вот он сам засомневался, он точно не знал. Поэтому мы сегодня... Ну, Денис сегодня сходит, а мы с вами посмотрим, принесет он этот светильник или нет. Если принесет, то повесим. Ну что ж, наверное, пока все. Я уже в некоторых роликах проболталась, что по плану сегодня у нас сауна, так что влага не только за окном. Сегодня мы еще и сами покупаемся. Ну и давайте на красивом цветочке, вот на этой красотке. Кто-то спрашивал, что за... Что за бренд такой? Не знаю. Не знаю. Мне кажется, это какой-то либо разновидность традисканции вот такая, потому что вот маленькие отросточки, потом будут такие веточки, и на них тоже будут вот висеть вот эти вот кустики, как бы, да. Мне кажется, что это разновидность какой-то традисканции. И единственное, что горшочки-то маловаты такие. Этот цветок такой... с большими корнями, а мне и так не хочется большие горшки, я все хотела маленькие цветочки. Ну ладно, этот пока вроде не просится на пересадку, но я так думаю, что придется пересаживать и его. Ну ладно, встретимся в следующем кусочке, скорее всего это будет кусочек именно про светильничек, да, Люсенька? Так, оно приехало, давай посмотрим. Ну, Денис скрывал на пункте, смотрел,
если этот выключатель. Вот. Ну, тут непонятно, возможно, есть. А возможно, точно. Макс, хочешь браслет? Крутой. Браслет. Да, крутой подарок. Ну, если даже нет выключателя, у нас теперь есть браслет. Надо выстрелить. Вау. Вот там, кстати, выпуклые эти. Ну, так-то вот красивый. В общем, надо проверять. Сейчас инструкцию посмотрю. Ну, так ничего, большой. А приложи так к стеночке. Его можно ребром вешать, можно вот так. Я еще не решила, как я хочу. И он, по-моему, три, да, вида света. Не знаю. Три режима вроде. Ну, я тоже сейчас это не помню. Ладно, будем разбираться, потом расскажем. В любом случае взяли. Если что, будем сами делать выключатель. Он заявлен с выключателем. Так, правда, под шум чайника. Давайте вам покажу вкусняхи, которые мы сегодня с семейным советом решили купить. Вот это что-то типа медовика. Настолько мягкое. Вот хлеб пока несли, тут промялось даже чуть-чуть. Ну, прямо вот легко-легко проминается. Кексики. Сейчас я себе налью чай. Слопаю одну вкусняху. Тут их три штучки. Ну, не одну, я половинку на самом деле съем. Я за один раз не могу вот целый съесть. Приготовилась к ролику. Ну, вот чашка, это которую я сейчас чай налью. Насчет, я не знаю, я в ролике, наверное, это упомяну. И, скорее всего, этот влог выйдет после ролика. Поэтому я могу, ну, как бы без спойлеров, получается, вам показать. В течение года... Огромное количество. Год назад я вам показывала шампуни, бальзамы, зубные пасты, спреи, дезодоранты. И вот за 14 месяцев из того, что я вам показывала год назад, из всей этой категории осталась вот такая кучка. И то в этой кучке в основном это 4 вот спрея под рукой. 3 шампуня и от зубов вообще только зубная нить от зубных паст. Это у меня... Когда жарим котлетки, я прикрываю стол, потому что, чтобы капельки не капали. Ну, они вроде и не летят, а я вот на всякий случай все-таки покрываю. Смотрится так закутанный стол полотенцем. Так, зубные пасты, которые вы уже наверняка в ролике посмотрели, их вот столько. Это прибавилось. То есть я вам покажу, вы скажете, стало больше. Ни одной нет из того, что было год назад. Это для тех, кто... Да протухнет, да зачем вам столько, да лучше вот каждый раз там пойти купить. Запасы реально, которые можно использовать. Это по шампуням, бальзамам, это дезодоранты, которые появились из спрея. Ну а там контейнеры, в которых все это хранится. То есть все разумно. Порой мне родственники помогают, я не одна иногда пользуюсь. Да и настроя. Но мужчины мои пользуются шампунями своими мужскими. Это все мое. Что-то сестре перепадает, что-то еще на подарки перепадает. Но в целом, ну и у меня основная тут часть, это все подарки. Вот, вот так. И сейчас я попью чай с половинкой вот этого вкусненького пирожного и пойдем на Валберис, заберем кое-что приехало. Но самое интересное, это я вам не показала. Вот, взяла я себе бракованный кусочек, но глава семьи пускай ест вкусненько. Сыночек тоже ест целенько, а мамка все время берет себе... Ну, вообще, если папа успевает, Дениска, ну, муж, если успевает, то он возьмет бракованное на себя. А если я успеваю, то я. Ну, так как у нас любовь проявляется, каждый пытается взять похуже, чтобы другим досталось получше. Ну, вот сегодня я успела первая схватить кусочек, который с браком. У кого так в семье? Мне кажется, это все-таки проявление нежности и любви к другим членам семьи. Ладно, пошла я трескать, и мне очень не терпится сбегать на Валберис. Там пара книжечек, краска для волос и еще одна штучка, ну, вам покажу, в общем, для дома, уже для бытовых нужд, хозяйственных нужд. Дождя сейчас нет, смотрите, какая разная осень. Здесь уже все опало. Эти деревья, ну, практически остались зеленые. Это вишня. Орешник желтый. Ну, а мы идем на Валберис с вами. Будем месить грязь. Ну, тут близко. Вот стадион, на той стороне стадиона. Только окольными путями. Стадион теперь закрыт со всех сторон. Им не пройти. А вот в обход мы так вот ходим.
чепежами, разными тропами. Красиво. Природа завораживает, да? Ну, местами не завораживает, конечно, но ничего не поделаешь, у нас, да, у нас так, у нас цивилизация далеко от дома. То есть, когда на цивилизацию приходишь, ты уже по уши грязный, поэтому всегда в сумке салфетки, чтобы привести себя в нормальный вид, чтобы не выглядеть свинюшкой, когда ты на асфальт ступаешь. Так, нам вон туда. Двигаемся дальше. У нас сауна на 4 запланирована. Мы хотели позднее, но уже занято. Поздно мы позвонили, чтобы договориться. Поэтому с 4 до 6 мы 2 часа будем, а на 6:30 роллы заказали. Так что ужин у нас уже будет дома, а в сауне. Ну, посмотрим, что я возьму туда, чтобы вам интересно было. И забыла я, что надо сказать было, что мы хотим во вторую. Хотя сейчас не было возможности выбирать, что было свободно, в ту и пошли. Но мы не знаем, в какую, в первую или во вторую. Там разница в том, помимо расположения внутреннего, что в первой сама дверь сауны полностью деревянная. А во второй дверь сауны со стеклом. И когда сидишь в этой парилке, через стекло видишь помещения другие. И вот нету этой клаустрофобии. Ну, у нас никто не страдает клаустрофобией. Но все равно, когда вот ты в маленьком пространстве, да еще и в душном, и ничего не видишь, замкнутое, как-то некомфортно. Поэтому обычно мы берем всегда вторую. Но я думаю, все стараются попасть во вторую. Поэтому, возможно, мы сейчас попадем в первую. А это знаете, что такое? У нас спилили деревья, потому что вот этот дом только сделали крышу. Сейчас я вам покажу. И одно из старых деревьев, видите, шарахнуло по этой крыше, разломало все, что там построено, сломало и крышу тут с этого края. Там даже вот ветки сухие остались висеть. И после этого так показано. И после этого они были наказаны. Потому что деревья были вот точно такого же размера. Хорошо, не убило никого из людей. Оставили березки тут. Но тут есть еще большие, которые тоже опасные. Поэтому это одна из куч. На самом деле тут было очень большое количество вот этих вот гор. Ну, вот из дерева. Последнюю не увезли, а так вся территория была завалена. На этом здании есть тусовка. Сейчас. Кто боится пауков, не смотрите, девочки. Мотаните минуточку. Я не знаю, куда они очередь заняли. Но тусовка тут. Видим. Сходка пауков. Наверное, что-то по талонам дают. Лапку поднял здороваться. Это он вот так вот с тобой, вот так да, вот. Да, да. Ты. Давай. О, получилось? О, все нормально, свои. Забрала я свой заказ в Алберес и двигаемся обратно. Надо сейчас ролик снять еще, загрузить на сегодня, а этот влог либо вечером, либо завтра уже. У нас тут гости неожиданные. Кать, привет. Люся, привет. Всем привет. Люся, давай, давай, давай. Ну? Семейное включение.
А, уже страшно, да, самой? Да. Распуткала. И тут такая, о, все, готово. Все, уговорила. Опять. Девчонки мои, видите? Молодец. Ой, два. Да я тебе сейчас скажу, все 10 дам. Давай. Вот там только замочку. Давай. Пошли чай пить. Давай. Дай 5. Дай 5. Микки дает 5 сразу. Ну, Микки, у тебя уже 2 года тренированная. Ты там молодец. Она уже, смотри, какая. Опыт. Молодец. Кто еще хочет? От Люси 5. Давай в камеру. Мне 5. Сразу 6 дают. Все. Все, надоело ты, Люси. Ладно, давайте пить чай, мадам. Ой. Мы светильник купили. Вон он там. Вот сюда. Мы еще не вешали. Мы думали с выключателем. Было заявлено, что с выключателем. А, по-моему, выключателя там нет. Так, не получилось у меня пока снять вот это все. Это Катюшка принесла Максимке. Давайте я вам покажу, что я принесла с Валберис. Это краска крем-глосс L'Oréal Paris 613. Мне очень понравился оттенок морозное глиссе. Светлее, чем я раньше красилась. И мне этот оттенок прям понравился. Буду пока брать его. Ну и у нас сломалась была пластиковая вот эта вот, как называется-то, в общем, чистилка для картошки мы использовали. Я ножом обычно, а муж очень любил. И взяли вот такую многофункциональную. Она и украшалочка для салатов, и корейскую морковку можно ей делать, ну и стандартно вот картошку чистить, ну и другие овощи. Вчера репу Дениска чистил, очень понравилось, говорит, острая, хорошо работает, металлическая, значит, можно, у нас есть специальная пластина магнитная, на которую мы вешаем ножи и ножницы, поэтому это тоже туда хорошо виснет, поэтому вот такие вот приобретения на Валберис получились. Ну, получается, сейчас 3, уже 4 час, к 4 мы в сауну. А ролик, наверное, с уходом в инвентаризацию после сауны вечером сниму. А вот этот влог я хотела после того. Ну, выходит каждый день по ролику. То есть этот влог уже на следующий день вы увидите. Не получилось в один день 2 ролика. Ну, ничего страшного. Зато полный день со мной в любом случае проведете. Сказали проходить. Люблю я эту дорожку. Там связи нет, потому что мы идем в подвал. Там, по-моему, фитнес-клуб. А мы... Опа, туда. Я возглавляю колонну. За мной семейство. Ура, любимая сауна. Я боялась, что в первую. И мы пришли на 15 минут раньше. Получается, у нас 15 минут запасных. Так, заходим. Кто забыл, здесь туалет. Я уж его сильно светить не буду. И пока мы тут не начали париться, жариться, давайте я вам проведу экскурсию. Сейчас я проснулась только, что мне... Здесь, вы поняли, раздевалка, там вешать. Всегда спрашивают, сколько человек, и уже 3 белья. Там у нас душевые 2 кабинки. Вот эту обязательно нужно, Максим, сразу раскатать. Потому что... Пока я тут... Да, Дениска уже почти готов.
я их убедила, что давайте приедем пораньше, потому что если свободно, нас запустят. Вот бассейн, поплаваем. Это очень выгодно прийти пораньше. За эти 15 минут много чего успеешь. Так, давайте. Ой. Массаж. Так, вот там парилочка. Максим, очень близко. Давай туда дальше двигай. И обеденная зона. У нас уже кто-то в трусах. Папа. А кто-то, как я, с камерой бегает. Ну, я сейчас тут разложу вещи, что мы тут принесли. Ну, все, пошла я тоже покупаться. Давайте быстренько покажу. Мы с собой берем воду. Чайник можно греть. Теперь одноразовая посуда. Раньше здесь многоразовые были чашечки. Теперь все одноразовое. Ну, с собой взяли на всякий случай бутербродики. Чай черный. Я вот взяла себе зеленый с мятой. Буду заваривать. Ну, не знаю, будем ли мы тут вкусняшки какие-то есть. Три мочалки. И, в принципе-то, вот все, что я с собой взяла. Скраб, дезодорант, шампунь мужской и для себя. Единственное, что бальзам взяла свой любимый. Мыло. Это крем для тела, остаточки. Остаточки бальзама для губ и эмульсия для лица. Ну и вот всего две масочки взяла с собой. В этом пакетике я все привезла. Расческа, телефон, ну это все понятно. Тут что-то пролили, что ли. Липкая или у меня тапка. Что-то липкое было, видимо. Прилипаю. Ну все, теперь я тоже пошла париться. Все вам показала. Привет. Привет. Паша, впечатление? Да, все хорошо. Мы идем тебя снимать скрытой камерой. Да не может. А мы идем. Я весь голову на себе. У меня тапки скользкие. Уплыл, что ли? Смотрите, спрятался от нас. Ну-ка, проплыви туда и сюда, чтобы волны прямо брызгали. Конечно. Конечно. Встань во весь рост. Зачем? Ну, покуда мы просто увидим. Ну, то есть по плечи, да, там вода? Ну, да. Вот. Так. Это вот элементы Макса. И вот элементы Макса. Привет. Да, у нас еще час. Мы уже почти все съели. О, смотрите, прыгает. Привет. Сейчас что-нибудь вам покажу, что мы тут съели. Ой-ой-ой. Бутерброды уже уничтожены. Причем Дениска ничего не трогал. Это мы с Максом точим. Это я зеленый чай пью. И вот сладости, конечно, остались. Остались. Мы молодцы. А чай только я пью. Денис, почему ты чай не пьешь? Не хочет. Он воду пьет. Молодец. Вот так что отдыхаем полным ходом. И еще вот, смотрите. Это с меня все натекло. Так, мы с Максом молодцы. Ему сделала вот эту маску грязевую с прополисом. Хорошая, кстати, масочка. А себе вот. Сейчас сижу, хихикаю. Или стою, хихикаю. Очень смешная маска. Кислородная. Пузырьки на лице лопаются. Очень щекотно. Вот я в такой, в общем, маске. Эту 15-20 минут надо было бы держать. Но мы до 15 подержали. А эту 10 минут. Так что я скоро смою. Все равно уже сейчас буду мыться. Вот так что маски... Давайте я вам поближе все-таки покажу саму парилочку. Так, тут поддон. Выдают полотенце и простынь. То есть на простыне лежишь, полотенцем обматываешься. Две ступенечки. Вот она сама с камнями парилочка. И так. Здесь есть местные еще шапочки, но мы свои приносим. Так. Выпьют, это мои мужчины пошли плавать. Ну, папа, ты смелый? Нет, первый. Да, кстати, у нас Дениска первый раз лезет в бассейн. Обычно он только сауна. Если сейчас нырнет, я вам покажу. Ну. Он это сделал. Да он сейчас будет теплый, как море. Плыви. От берега к берегу.
все свершилось. Остались одни тапочки. И голубые бабочки. Ну просто разворачиваются. Какое тепло. Плавай, плавай, как будет тепло. Мурашки у него. У нас осталось 20 минут, поэтому последнее удовольствие получаем. Сейчас вещи уже собираем. Ой, я тут скользю. У моих мальчиков почему-то тапки не скользкие, а у меня на воде прямо подскальзываюсь. Это наши. У меня два крутых перца в доме, поэтому... А я себе вот такую брала от банного набора. Ну, а полотенце, это мы сейчас все сложим вместе. Я сама еще, видите, в полотенце хожу. Обсыхаю. Так, мне осталось самой вот нанести для тела, на лицо бальзам для губ. Это моя мочалка, Максимкина, Денискина еще в душевой. Ну и дезодорант. Вот, так что это расчесочка с зеркальцем. Ну, наверное, все, я с сауной закончу, потому что мне сейчас уже все на места складывать некогда будет. Так что я камеру убираю. Мы такси ждем. Уже 6 часов. А 6:30 нам привезут роллы. У нас заказано на 6:30. Вот. Пока такси жду, смотрю через стекло. Как идет дождик. Вот такой вот. Ой, как хорошо, такая легкость. Я тут в предбаннике в таком нахожусь. Видите? Там мои мужчины. Напаренные тоже. Розовенькие. Ура, ура, ура. Все приехало. 2100 рублей, но здесь два сета. То есть мы взяли много. Суши вок. Мы их, кстати, сейчас проезжали мимо. Так, а сейчас мне надо будет кого-нибудь просить мне помочь. Потому что я сама вам ничего не покажу, наверное. Вот чем мне нравится наш суши вок. Во-первых, всегда по количеству человек дают специальные тарелочки, соевый соус. Помните, я вам говорила, что у меня таких баночек очень много, потому что соевый соус каждый раз сушевок очень-очень щедро дает. То есть с одним сетом целая вот такая вот, ну, хорошая такая канистрочка. Так, палочки должны быть. Три пары. Ник мой идет. Денис, помоги, открой, показать внутреннее содержание. Да, вовремя. Мы только вошли и к нам сразу постучали. Ой, красавчики. Пап, как после сауны? Ничего, отлично даже. Супер, да. Вот, смотрите, еще сколько идет. Ну, мы всегда дополнительно покупаем отдельно сами. Имбирь и васаби всегда дают очень много, щедро. Вот, так что давайте поближе покажу эту красотень. И сейчас мы будем уже дружненько, весело жевать. Светильник оказался все-таки без выключателя, как мы и переживали, что так будет. Поэтому мы его в коридор отправили жить. У него три режима. Вот такие красивые. Ну и сам он достаточно такой симпатичный. Вот. Вот такой очень яркий свет. Отправили в коридор, а сейчас думаем, чего не на кухню. Денис кладовку убирает, все пока инструмент. Ну, жирненько для коридора, конечно, но ладно, повезло. Днем не получилось снять, работа меня так и ждет. Мы перекусили, время, наверное, 7 часов, может, 7:30 примерно сейчас. Надо снять ролик, его загрузить, все это убрать по местам, а потом сесть вот с этим влогом, который я сегодня снимала, его весь вечер монтировать. Ну, может быть, вечерком еще я почитаю книжку немножко и спать. Уже такой насыщенный день, усталость наваливается. Но в любом случае, раньше 11 я не освобожусь с этими роликами. Поэтому, думаю, мы сейчас с вами на этом попрощаемся. Можно сказать, что вы со мной провели целый день. Уж работать мы с вами вместе не будем с роликами, это долго. Поэтому буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что с нашей семьей провели этот день.
И всем хорошего настроения. Всем пока.